В прошлом году Петербург посетило почти 7 миллионов туристов, однако 2017 год претендует на новый рекорд. В городе прошла конференция по импортозамещению в сфере гостеприимства. В этом году свой вековой юбилей отметит Октябрьская революция. Специально к этой дате в городе появятся так называемые «красные маршруты», которые покажут, как создавалась колыбель революции. Гостям и жителям Петербурга предлагают пешком пройтись по местам мятежного города. В маршрут входят музеи, дворцы, которые превращались в штаб-квартиры революционеров, а также улицы, на которых большевики выкрикивали лозунги. Дворцовая площадь, где снималось великолепное кино Эйзенштейна, да, знаменитые ворота, крейсер «Аврора», музей политической истории, который я назвала, площадь Ленина обязательно, где Владимир Ильич выступал на броневике. Сегмент общественного питания в городе достаточно развит, а вот гостиничный бизнес отстает. А именно, в городе не хватает гостиниц категории 1-2 звезды, без звезд и хостелов. Сейчас Комитет по развитию туризма подбирает альтернативные нежилые помещения, которые подойдут для размещения в них доступных отелей. Намерен дополнительно развивать город, туристическую сферу и в таких удаленных от центра районах, как Петродворцовый и Кронштадтский. Музей истории Кронштадта, морской собор, фонтаны Петродворца и дворец конгрессов в Стрельне ежегодно посещает огромное количество туристов.